веришь и поверь, твоей будет тебе дано. Причем убедить в этом невозможно. То есть, ну, сколько ты там, вот я веду мастер-классы, говорю, ребята, там, милые, там, ну вот поймите, что вот вы, что главное, вы должны верить и любить то, что вы делаете, то, что вы снимаете. Нормально. Мало того, вот я, допустим, там, ну, иногда вот я начинаю рассказывать там, как я готовлюсь к съемке, что я делаю, как я подготавливаю человека, там, ну, там, 2-2,5 часа рассказываю, уже такие вот не встречи с интересным собеседником, а какую-то конкретику. Вот. И по большей части всегда заканчивается прямо так. А вот у нас тут Маша есть, вот, и фотоаппарат, вы не могли бы ее, грубо, там, фатнуть? Я говорю, ребята, чего я тут распинался столько времени? То есть они, в общем, ну там, не могу сказать за всех, но они приходят, в общем, как мне кажется, значит, вот с таким желанием, значит, посмотреть, как Плотников вот нажимает на спуск, он, наверное, как, вот так вот нажимает на фотоаппарат, то есть не так вот, как мы, вот, вот, наверное, в этом все и дело. И вот, да, я говорю, рассказываешь, а вот у нас тут Маша есть, вот. А вы кому читаете мастер-классы? Ну, собираются люди, грубо говоря, там, как вам, молодежи в основном. Ну, я читаю, скажем, это вопрос, прямо скажем, это финансовый вопрос, набирается какое-то количество людей сами, там, сами все организуют, вот, спрашиваются и все. Я, пожалуйста, я, скажем, рад, мало того, у меня нет там никаких этих завиральных идей, что я снимаю. Если надо, пожалуйста, я могу снять собачку, кошечку, но, правда, чтобы они были мне тоже интересны. У меня вот нет такого. Это высокий жанр. Я в свое время, действительно, этого тоже на выставке будет видно. Я снимал же и моду, и рекламу, и все, и жанр у меня фотографии есть. Вот особенно в 7-м, в последнем альбоме, там все это такая вот самый мой на данный момент любимый альбом, потому что он про меня, и он такой самый населенный, там больше 300 с лишним персонажем, да, альбоме, хотя альбом такой же, как все предыдущие, по толщине и по...